попали на рубрику ТОП-5, с вами Тёмкин ТМ. И сегодня я покажу ТОП-5 игроков Counter-City 2018 года. Поехали! Моно Штоп открывает игрок под ником Дэнс. Его уровень в игре составляет 80 уровней. Время в игре его 2790. Его ОСК 1.45, точность 34.83. Играет он на индустриале и на заражении. Статистика оружий 37.64, а снайперок 55.46. Мы переходим к четвертому месту. Четвертое место в моем топе занял игрок под ником Пабло. Состоит в клане Мафия. Его уровень 91, время в игре 4880 часов. УСК 2.90, а точность 39.29. Карты Урубан, Ангар, Задний двор, режимы командный бой. На данный момент у него сет Контранос. Статистика оружий автоматов 41-45. А снайперок 55.57. Но мы переходим к бронзе нашего топа. Бронзу нашего топа занял игрок под ником Знак 51. Состоит в клане ФТП. Его уровень составляет 100. Время в игре 3572 часа. УСК 6.51, точность 46.51. Он один из самых первых игроков в Counter-City, я думаю, его все знают. Играет он на карте Ангар, Задний двор и Урбан. Режимы, командный бой. Статистика оружий, точность автоматов 42.61, у вождя 44.38, а у снайперок 61.95. Но мы переходим ко второму месту. Ну а второе место, по моему мнению, занял игрок под ником Демоник. Состоит в клане 1333. Его уровень 100, то же самое, время в игре 3183 часа. УСК 4.85, точность 38.83. Играет на картах Ангар, Задний двор, Зона Z, режимы командные заражения. Точность вот такая вот. 63 у крика. Сет Контранос. Ну а мы переходим к золоту нашего топа. Первое место золото занял, по моему мнению, Лёха в клане Элони. Его уровень в игре 104, а время 385 часов. Он обновил свою статистику. УС 1.70, точность 43.04. Играет на Ангаре, Заднем дворе. А режимы каждый сам за себя. Я тоже люблю каждый сам за себя играть. Я его, кстати, очень часто встречал, когда был на основном аккаунте. Играет он со снайпера хорошо и с дробовиков. Это было лично мое мнение, но я вас благодарю за просмотр. Ставим лайки, подписываемся на канал. А с вами был Тёмкин ТМ. ТОП-5 игроков Counter-City. Пока-пока. Удачи.